Делает это все женек. У меня есть приз 20 уровня, ебать. А мне 80. Блять, разделил урон. А-а-а, женек. От развязан горничный подальше станции, но дебаф не кидал. Со мной разделил. Готовьте, сейчас танка починим будет. Ай. Вот это высыпь вообще. Пока во фроста спит. Кто высох? Да, кто высох. Штаны высох. Снимай. Наоборот, да. Я не высыхаю. Шуки имею в виду. Команда не высыхаем. То есть мы сюда мокрые. Дерево высохло. Дерево, подарки. Да Инор по Киру, ой, по Айкону. Давай, давай, по мне. Инор по Киру, сука, блять. Я не против. Это ну, как Саня, когда танчит, да Инор нет маны, блять. Да, тут пишет NPC, это всегда слишком быстро заканчивается. Это полдня вот трэш, блядь, бьёт. Короче, Женя, хочешь прикол? Не хочу. Нет, ты хочешь. Ты хочешь прикол. Тебе он понравится. Хули она там стоит, где эта курва? По приколу. О, так не понял, я туда ехать. А, байнить, оказывается. Женя угодно. А попробуй дать удушение, может придет. Да КД, блядь. 25 секунд. Она не идет вообще. Сейчас уже притяжка оттягивается. А может приручить, интересно? Блядь. Приручить нежить? Лудят еще. А, она... Громовой ярости. Сукупша она вылетела. Я громовая ярость пошла. Ну. А? Что-то по давно анусу уже давно не было. А-а-а. Она же с этого добывает. Осколки собираются. Нет, у нас о, кабанов добывает. Оно умеет фэдлить, блядь. Ну, почему? Ну, кстати, оно лоу хп подо... Хотя надо убегать, наоборот. Что-то я заебался танчить, пойду посижу. Да. Я с ним. Двигался, если ты пойдешь с ним, то ты полежишь, блядь. Смотри, короче, дело не сходи. Опыту, косты. На тебе, на танке, а? Именно. Я пошел хавать. Да. Только этот, в Долоран. Да, Лёха, позасумай. Вот это щит, это щит точно на трансумок. Короче, по тактике, ребят, смотрите, будет две метки. Эти метки будете разносить в две статуи. Я метки закину. Просто туда выкидывайте. Потом перед покаянием заходите в эту лужу и лутаете один стак. После чего... Уходите в звезду все, без исключения милики, ЛДД, танки и все. Вся тактика. Потом пробиваем щит, смотрим за лазером, за спиной. Если что, бежим вперед. Там РДД добьют, если что надо будет. Бьем так. Первая прожимка, вторая гера, третья прожимка. И там на четвертую нам уже хватить должно ДПС без переводки. Еще раз говорю, дебаф на вас. Сейчас скажу, как называется. Священная земля выносите в две метки, которые я кину. Эти метки будут чередоваться, там дальше по статуе мы будем по кругу ходить. Поставьте шкаф, засуманьте под рыбку. Самое главное, шок сбивайте. Все, там другой шкаф решили вызвать. СС дайте по сочному кексу. Думаю, одного СС хватит. Если я упаду, еще раз СС дадите. Экон у тебя есть, кстати, если нет, по тебе тоже СС лучше дать. Один стак лутаете, ребят. Если два, это смерть, сразу не прохилить. Есть, кстати, этот у нас хронические фласки на ману в дебанке? Я не на знаю, ману, я дать. Сегодня сделал фласки на ману. Сейчас. Обновите массу. Серафим, я тебе говорил, что только что делать, ты что, прослушался? Ты имеешь в виду масло, это иллюзорное или что? Нет, рунические банки на ману.
А, это... Смотри, я будет появляться в рейде один баф, дебаф точнее. Святая земля, ты его должен вынести в метки. Дэн пошел на СПД одну банку. ЛК? Да, да. Нет, нет, ты что несешь? Метки я сейчас поставлю, да господи. Вот, смотри, возле статуи выносишь одну метку, потом другую на ком будет. И все, будет появляться две лужи из них. И дальше так по кругу. Больше меток стоять не буду, там будет одинаково. После, потом будет каст покаяния. Перед покаянием за 10 секунд я скажу, взяли стак, вы подходите в лужу и стоите, пока один стак не наберете. Один стак, больше двух, больше одного стака нельзя набирать. Потом собираетесь в звезде, где бы она ни стояла, просто смотрите, где она. Собрались один фрейм и все, дальше потом бьем босса. Пробиваем щит и относим дальше по меткам. Это вся тактика. Заходите внутрь. Все бафы есть. Приста бафа нет. Крика на ап нет. И лапки не на всех. Вот, теперь все. Да, да, либо в звезду, либо в печеньку. Без разницы. Первую метку, без разницы. Вторую метку противоположу, где там место уже занято, туда не надо будет. Все. Знаешь, да, когда запулить? Ждите там. Сам я забыл, запулить. Когда, где должен кружок быть? Вот здесь, да? Да, 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 где-то там достаточно будет. А вот это вот что за херня летает? Забей, просто делаешь, что мы, да? Ты, все. Плевайся. Бурсты не тратим. Бейте сразу, все. Каз кто угодно может бить, паладин, маг, все сбивают каз, шок. Шок. Особенно Женя, мы тебе как Женя. Священная земля, 10 секунд на ком-то сейчас будет. Шок сбить, отлично. Священная земля, чекайте на ком. А Татапсина, Татапсина, неси. Все, вышло. Покаяние, один стак залутали быстро. Один стак, не больше. Я два залутал. Я один залутал. Встаньте звезду. Все, бурсты. Вперед идите быстрее. Сейчас лазер убьет. Вперед ближе станьте. Вперед ближе станьте. Все. Да ебаный урод. Как тебя убило? Так ты стак не залутал, значит. Я же сказал, в лужу надо идти стак залутать. Почему ты не пошел? Ну так надо ждать, пока там не появится стак. Дебаф. Пытаемся без него пока. Наташ, дай парка на автоколкасту, пожалуйста. На, нахуй. Мне ничего не было. Да бля, все. Падайте все. Все, лужу. Падайте. Лужу зовите. Священная молния на 20. За шкуру. У кого пристабав? У тебя? Да, ты я. Ты дал по себе пристабав? Навряд. Сейчас интересно. Да, блядь, что лес идти? Да ну я пробегусь. Только на агресс подальше станьте, нет. Все, что у тебя с ДПС стало? Меньше всех, да, уйдите. Экон, ты что там поджимаешь? Объясни мне.
смысле? Это как-то... Да он как-то рывками, знаешь, все быстрее, быстрее перебегается, блядь. Ну, у меня чарка это на ботинках, которая там немного скорость. Понял. Видите, кого масло на АП? А че сокет еще не упахнул? Этот, а сова у нас может быть? Ну, хила нет тогда у нас. А Керус, у него был хил? Он был, но он ушел. А что, совой лучше было? Это меткость еще прекрасно. А, меткости? Да. Тут все меткости хватает, походу. Мне все хватает. Мне тоже пол меткости. Давайте все бафы опять. Крик на, там это 5. СС, если есть. Да, я могу дать. Посочный дать. Я вот что-то не увидел, где вот эта фигня. Стак. Где он дается? Стак лутается в лужу, все. Ну вот я его лутанул, а где он? Показывается. Он показывается до бафа. Где вот знак Орды, вот этот есть, премиум, VIP. В правом верхнем... В правом верхнем углу, где кругленькая карта такая, там либо. Потапсина. Блять, она мне Элима снесла. Сина земля, 4 секунды. Двигался. Стак залутали быстро. Больше не лутать. Все звезду стали подальше, подальше. Да. Все, бейте, прожимки, прожимки, да? Вперед, станьте, все. Собейте новости. Эфон. Купай, тебе почти шотнул, но... Я хрен знаю, что он у меня так прибивает. Боку-то. Боку-то. Все, готовься, лутайте стак сейчас, там один. Все. Гера пошла. Подожди. Насквозь на нее проходите, луч идет. Бля, а вперед, вперед еще. Не пробивайте. А че? Луч идет. Луч. Не, нахуй, у нас ДПС не хватает. Что за хуйня? Где ДПС? Даже в 9 тел должно было ДПС хватать. Ну вот, например, Бурат. Я не знаю, как он одет, но вот у него 5000 ДПС. Почему-то. Не знаю. Не, ну тут, конечно, меньше пишет. Ты, братан, вот мой, блядь, метр. Я с тобой на ДПСе почти на одном месте. А, это кто говорит? Оно по-разному пишет. Тут есть, когда в поглощение идет урон. Ну это я, типа, полный урон смотрю, вот, по рейду. У меня тоже полный. 7600. Не, не по рейду, а по этому боссу. Мне вот так показывает. Да, да, вот так и есть. Тут ДПСик надо хороший, конечно, да. 1009 минимум. Щит не пробивается, там вообще по идее мало щита. Это еще, знаешь, еще когда времена Накса были, когда ульду 25-ку открыли, в 25-ку проходной был. Не сказать, что 6, а вот 7 тысяч можно было нахуй. То есть уже тогда 7 тысяч. Ну.
А потом оно потихоньку росло. 8, 9. Вот Каругер 9. Лучше, конечно, больше 10. Тут 25 обычков, говорят. 11, по-моему. Я типа надеюсь, что со следующего КД я наконец-то эти перчатки скары залутаю. И чтоб я нормально камни во все токены натыкал. И в принципе, блять. Надеюсь, что будет все в порядке. А, она еще обзор так несколько уронов. Нифига себе. Тебе не бежать. 5 молний никуда у меня получается ушло. Почему ты лежишь? Встань. А, на агре. Я думал, она не агрится, я думал, рейс. Агрится. Кстати, есть такая информация, что вот стрелу хаоса нельзя, вот когда на нее щит повешался, она идет сквозь эту хуйню, идет в босса. Mm-hmm. Но задача снять щит. И эта стрела хаоса, она просто игнорирует щит, она щиту урон не наносит. А задача, нужно наносить урон щиту. То есть вместо стрелы хаоса, локи, два лока, кастуйте какую-то другую поебень, там, освепеление, похуй, что угодно. Но не стрелу хаоса. А вот когда без щита, не, можно уже, тогда стрелу. Я просто тестил, попробовать, что в тебе пару месяцев. Не, ну вот сейчас будет, когда щит, стрелу хаоса в щит не давать. Может быть, кстати, поэтому, потому что у нас должен был даже 9 тел с гиры ДПС охватить, чтобы сбить щит. Что, посмотрим. Там рыба за шкафом стоит, если надо. Все рыбу поели. А мне там еще не повезло, собаки не вовремя ушли. Заходите все, подождите. Кто не зашел еще? Экон? Окей, ждем. Каски не хватает по второму ДК. Дай еще раз каску. Сейчас, блядь, подготовьтесь. Сказку, видимо, я сегодня не получу. Чё, сказку по ДКшникам бафу? Серафим. Земля, 2 секунды, смотрите. А чё она так больно сегодня бьёт? Да она всегда так больно бьёт. Лёха, твою мать! Бля, ну что вы сделали? Охуенно. Золотой листок. Охуенно. Всё, падайте. Все ебаты. Молодец. Ты за игрой следишь, блядь, или за рекаунтом? Да иди ты нахуй, блядь, сука, конченый долбоёб. А, на ласт трай сделаем, не хочу больше никому настроение портить. Тут такой нюанс есть. Я все время, когда со статиком ходил в кару, вот он дает шок, точнее, вот он дал этот землю, челик идет ее носить, дает шок, потом после шока, когда сбивают, он дает вот эту ебаную цепуху, молнию свою. Вот. И если вы ловите стак до того, как эта цепуха прошла, после цепухи он уже начинает кастовать вот этот луч, шарики соединяющие, которые, если вы ловите стак с лужи, даже один, до того, как он цепуху по рейду даст, то велика вероятность, что вы сдохнете. И сейчас все драйи, которые мы били, мы сдыхали от этого, то есть давалась молния, она просаживает шамана до 2000 хп, тикает вот эта хуета с лужи раз в 3 секунды или раз в 2 секунды, и человек умирает. Любой. Вот, поэтому единственный вариант эту хуйню избежать, это сначала цепуха по рейду пройдет, и потом уже люди забегают в лужу.
То есть до этого они стоят возле лужи, вот так как возле ковра стою. Стоите возле него, ждете. Цепуха прошла, смотрите на свой хп. Ага, заебись. Зашли. Стак в дебафах появился, вышли. Все. И выходить сразу в ту сторону, где уже прошли лезвие. Окей. Вот, но это каждый должен делать сам. Хоть вам и говорят, типа, зашли, не зашли, там, словили, не словили. Типа, вы имеете в виду вот эту хуйню и должны помнить. Потому что это чревато вайпом. Тачно, покидай, пожалуйста, джабу на жизнь. Любой подхил лучше. Там, если мана будет не хватать, тогда уже на ману можно кидать тоже. Чего у нас не хватает? Клика на ап и 300 бафа нет. Один забегай сюда. Не, ладно, не надо. Все, не заходи просто. Еще запускать. Сейчас уже он будет. Земля опять. Земля 5 секунд. Странный нос. Готовьте став залетать. Сейчас цепу, потом выплывите. Лутаем. Все, ладно, один став быстрее. Все, звезды стали. Все, бурсите. Два запутался. Захиливайте. Я застанился, ребят. А чё, от чего, кстати, оглушение идёт? Из того, что так не лутает. Сбились. А чё не сбили? У меня в КД был. Ты ещё урона, ебать. Ну ладно, давайте урон. Давайте тут нервы трепать. Он, ну этот шаман там может сбивать. Да, я же был, много кто сбивал. Тем более в состоянии. Ладно, всем спасибо за рейд. Всем приятного вечера. Угу.